Всем привет, меня зовут Лиза, я являюсь выпускницей СВИСА. Я уже 10 лет работаю в сфере гостеприимства и в настоящий момент занимаюсь Airbnb-бизнесом и посуточной арендой. Я поступила в СВИСА, уже будучи маленьким предпринимателем и занимаясь посуточной арендой и управлением недвижимостью. И поэтому от учебы мне хотелось на самом деле получить какой-то систематизации знаний и нужные связи в сфере гостеприимства. В принципе, именно это я и получила обучение. Когда я училась на третьем курсе, благодаря СВИСА и некоторым преподавателям, я познакомилась с компанией, которая называется Frank Porter, которая занималась аналогичной деятельностью только в Дубае. И мы, собственно, познакомились и приняли решение в конце 2019 года объединиться. И в настоящий момент я занимаю должность операционного директора в этой компании, а именно руковожу, управляю российским отделением, конкретно в Санкт-Петербурге. Мой рабочий день выглядит супер стихийно, потому что мы сейчас претерпеваем стадию огромного роста в России. В основном я сейчас нацелена на развитие, на поиск новых путей привлечения клиентов и объектов. И основное — это отлаживание всех операционных процессов, которых сейчас становится все больше, и поэтому это, в принципе, занимает большую часть моего рабочего времени. Я думаю, что самый главный совет, который я могу дать, это не бояться делать ошибки, потому что они 100% будут, и сколько я сделала ошибок, я даже боюсь и не хочу говорить. Но мне кажется, в этом кроется секрет. Не бояться делать 10 раз и 10 раз ошибаться, потому что на 11-й ты обязательно сделаешь правильно и придешь к тому, что ты хочешь.